Красноярске состоялось открытое первенство по вольной борьбе среди юниоров в краевом центре. Эти соревнования проходят уже в 14-й раз. Посвящены они памяти заслуженного тренера Советского Союза Владимира Гусева. Спортивное мероприятие традиционно собирает участников из самых разных стран. В этом году свои достижения продемонстрируют представители Казахстана, Узбекистана, Монголии и Китая. Возраст спортсменов 17-18 лет. Многие из них в разное время становились победителями или призерами различных первенств России. Заявило 140 участников. Это представители Казахстана, Бурятии, Якутии, Тувы, Хакасии и Красноярского края. Сейчас только сезон начинается. Сейчас будут уже отборочные соревнования, зональные соревнования, республиканские соревнования, ну, первенство России. Вот это как проверка перед этими соревнованиями. Это международный, по сути дела, турнир, потому что присутствует как представители субъектов Российской Федерации в целом, да, так и непосредственно близлежащих стран, государств. Это говорит о том, что необходимости как раз сплоченности и спорт, оплот мира, значит, это подтверждается. Вот сегодня наглядный пример.